Сегодня мы пошли гулять на наши местные озера, и такую красоту я засняла. Такое ощущение, что вот вода как зеркало, все отражается, и настолько вот так красиво. Цвета, конечно, радуют осени. А тут я засняла белочку, она искала свой орешек, наверное, и, к сожалению, не нашла. Ну, вот такая смешная, задорная. Это мы уже гуляем с Ральфиком. Пошли гулять втроем, так как дочка сейчас у нее, ну, как бы она учится, и у нее начитка, и надо слушать лекции. Очень хорошо прогулялись, подышали свежим воздухом, еще такие теплые деньки. Купила я в Икее вот такую чеснокодавку. Так, она идет с таким, как бы, крышечкой или стаканчиком, я даже не знаю, как это назвать. Она сюда вставляется, эта штучка сюда вставляется и выдавливается чесночок. Очень я довольна, она такая довольно массивная, супер, очень рада. Все-таки вот в Икее классные вещи есть. Конечно, очень жалко, что у нас магазина этого нету, но довольна вот такой чеснокодавкой. Вот, и купила еще такой цветочек. Он, конечно, искусственный, вот так он, это кашпо я взяла, такое беленькое, оно керамическое, и такой цветочек, чтобы сюда поставить. И вроде бы так, знаете, зеленушка на окошке. Хочу еще сюда салфетницу такую купить, вы знаете, в Икее такая, как плетеная, и поставить свечу, и этот цветочек. Так что вот такие покупочки мои в Икее. Очень люблю. Еще раз напомню, что покупаю в Инстаграме у девочки. Ссылочку оставлю на ее Инстаграм. Довольно все быстро приходит. Очень быстро отвечает. Как бы и по наличию в основном все есть. Заказала там у нее тут уже салфетницу и органайзеры белый в комод, который брала. Сейчас у сына хочу в комнату их применить. Так что вот такие покупки. Очередные покупочки в Икее. Я покупаю в Инстаграме у девочки, ссылочку оставлю. Такой уже набор я покупала. У нее пальчик порезала, замотала. Такой набор я уже покупала. Это скуп, контейнеры из ткани. Я половину оформлю к сыну в комнату, а половину их заберу к нам. Ну, тут по 2 штучки. 3 сыну заберу, 3 мужу в комод. Так, я вот такую еще купила салфетницу, буду ее использовать не по назначению. Она, это маленькая, есть побольше. Я вот купила вот такой, я вам показывала, цветочек. Так, вот такую зеленушку купила. Она вообще смотрится, не знаю, как телефон показывает, но смотрится она как бы настоящая. И купила вот такую свечу. Ну, свечу я брала не в Икее. Значит, и поставлю вот тут возле окошка. Так, и такое будет оформление мне. Не знаю, что-то еще туда, наверное, прикуплю такое маленькое. Может, какую-то статуэтку, у меня птичка есть. Посмотрим. Вот, купила специально для этого, чтобы как бы так красиво было. И оно довольно на окошке очень хорошо смотрится. И этот скуп. И еще купил мне муж сковородку. Сейчас я ее найду, покажу. Так. Значит, я пользуюсь сковородками Биол, все знают. Так, вот такую, значит, сковородку. Она идет на 24 сантиметра. Так, диаметр ее. Так, вот, значит, это Биол. Вот сейчас ее, как бы, Биол Атлас. Где ее можно использовать? Так, вот газ, типа электро, индукционка. И можно использовать в посудомоечной машине. Но если честно, я эту сковородку, ну, этими сковородками пользуюсь, но одну сковородку я поставила в посудомойку, и она плохо, теперь я ее не люблю брать вот для жарки. Она с ней все как бы нормально, но вот мне покрытие кажется как бы это. Что-то с этим покрытием стало после посудомойки. Поэтому я эти сковородки не ставлю в посудомойку, а пользуюсь, ну, мою так, губкой. Вот у нее такое покрытие. Вот я еще не открывала ее. Ну, пишет, что хорошая. Эти сковородки мне, в принципе, нравятся лучше, чем Тефаль. Последнюю тефалевскую сковородку я брала 2 года назад. И она вот как-то дно у нее стало не ровным, а таким бугристым, скажем так. Так что вот такие были мои покупочки.
цветочком и подставкой очень довольна. Еще рассказать, как я храню сковородки. Значит, сковородки я ложу один в одну. Но у меня вот я в АТБ нашем местном купила вот такие как бы подставки. Это как типа под еду, ну, тарелочку ставить. И таким образом я улажу ее и ставлю сковородку в сковородку. Есть специальные вкладки с войлока продаются. Ну, по-моему, этот набор стоил 8 штук тут, по-моему. Или вот 10, 10, наверное, было. И 10 штучек и стоило, по-моему, 20 или 30 гривен. То есть это копейки. Если вы переживаете, можно даже 2 ложить. Вот. И в одну ставлю, и мне довольно так комфортно и удобно. Вечером поехали мы в кафе в Голосеевском парке. Ну, это кафе, такой ресторан Полли. Очень хорошо посидели, поменяли обстановку. Потом там возле этого кафе есть озеро. Мы прошли пару кружков. Правда, конечно, уже темнеет быстро, но все равно в этом в темноте нравится, как горят огоньки, и такая очень романтическая обстановка. Было как раз +14, очень хорошо погуляли и провели время.